Эй, что не открываем? Где ты час долбишь? Ты время видела, я вообще спала еще. И, по-моему, ты должна была приехать завтра. Но я захотела сегодня. Можно я, пожалуйста, встану и пойду? У меня сегодня дела. Нет, мы будем бежать. Нет, слушай, мне правда очень тяжело. Нет, я тебя не отпущу. У меня сегодня... Я не отпущу тебя! Эми, надеюсь, ты не против, если я заберу все твои белые вещи, потому что их надо спрятать. Я просто их очень боюсь, и белые вещи я всегда делаю красными, поэтому стоит их прибрать. Вообще, в ближайшую неделю тебе стоит забыть о белых вещах, потому что меня не вгоняют в истерику. Читаешь, что ли? Ну, как видишь, да, читаю. Маш, ты что, дура? Зачем ты постоянно портишь мои вещи? Почему каждый раз, когда ты приезжаешь, ты это делаешь? Да потому что я просила тебя не носить со мной белое. Я же сказала, что я боюсь.